Рассада люпина Rose Shades прорастает в течение месяца и зацветает уже в первый год посева. Соцветия имеют пирамидальную форму и представляют собой стрелы, плотно усеянные темно-розовыми цветками. На корнях люпина образуются вздутия, содержащие бактерии, которые обогащают почву связанным азотом. Кусты среднерослые, до 50 см, но очень пышные. Глубина засева семян люпина Rose Shades 3-4 см. Цветение начинается в начале июня. Достоинство – до 12 цветоносов на один кусте. Повторно цветет после обрезки цветоносов. Польза для почвы. Что нужно учесть? Неустойчив к вредителям, не выносит застойную влагу. В глубокой тени теряет обильность цветения. Люпин многолистный Rose Shades – это травянистый высотой 80-90 см. Цветет растение в месяц июнь и июль. Окраска цветка ярко-красный. Лист растения по форме пальчика сложный черешковый. Весной листва по цвету зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.